Добрый день, друзья! Меня зовут Жасулан, это канал «Диктатуры закона». Сегодня мы вернемся к теме, связанной с деятельностью КСК. Разбираем сегодня, как КСК принимает решение на сбор денег, считают ли они при этом наши голоса, как должен выполняться ремонт дома и что делать, если вас обувает КСК. Итак, друзья, в эфире непридуманные истории из жизни казахстанцев. Смотрим! КСК превратилась, друзья, в такую вечную проблему. Часть жителей живут в домах и вообще не вкуривают и не хотят участвовать в управлении своего дома. А другая часть раздражается на первых этапах решения возникающих проблем. Именно, друзья, возникающих, потому что все живут по правилам «моя хата с краю, никого не знаю». А когда к вам прилетает иск от КСК, сломалась труба в квартире или там капли, протекающие крышу, испортили лакокрасочное покрытие вашего авто, мы все начинаем врубаться в этот нелегкий процесс. Вне зависимости от ситуации, помните о том, что любые решения КСК принимаются только на основании протокола собрания. Кстати, как они организовываются, вы найдете в наших предыдущих выпусках. Суть в том, что определенная группа жителей города Астаны обратилась к нам с жалобами, что в отношении них были вынесены судебные решения о взыскании задолженности. Причем суммы были немаленькие. Мы решили проверить саму природу возникновения этой задолженности, понять, насколько это было законно. И когда мы проверили, мы увидели, что протоколом общего собрания КСПК решила сделать капитальный ремонт кровли паркинга. Стоимость ремонта обошелся бы в 175 тысяч тенге для одного собственника парковочного места, а там их около 100. Я даже не учитываю убогое качество этого ремонта, фактически затраты на 2,5 миллиона вместо 14. Нам был интересен сам протокол как основной документ. Естественно, там мы нашли следующие нарушения. Его организовали среди собственников паркомест и не учли мнение собственников квартир. Еще раз, хозяин паркоместа не может решать судьбу ни дома, ни паркинга. Тем более, если это происходит за спиной жителей многоквартирного жилого дома. Предыдущее руководство КСПК, принимая решение и делая вывод о наличии кворума, ошибочно посчитали, что парковочные места являются помещениями. Парковочное место не является таковым и не может иметь права голоса, и они не учитываются при голосовании. Будь добры, помедленнее. Я записываю. Что мы сделали? Мы подали иск в суд о признании протокола общего собрания недействительным. И решением Сарыаркинского районного суда наше исковое заявление к кооперативу собственников помещений и квартир было удовлетворено. Протокол общего собрания кооператива собственников помещений и квартир признан недействительным. Ебись. Четко. Умеете. Могете просто. И в конце, друзья, за последние годы к существующим формам управления назрело множество претензий. Сейчас разрабатывается законопроект и грядут изменения в законе. Ожидается, что кондоминиумы будут регистрировать акиматы. Будет разработана единая информационная система жилфонда, которая призвана обеспечить прозрачность накопления денег как на капремонт, так и на текущий ремонт. В целях недопущения создания финансовых пирамид ликвидируют жилищные кооперативы. Но самым главным нововведением станет смена формы управления домом. Привычные КСК заменит так называемые ОСИ, то есть объединение собственников имущества. В свою очередь, мы надеемся, что члены рабочей группы примут во внимание все эти нюансы, а реформы в такой жизненно важной сфере дадут положительный результат. На этом все, друзья. Подписывайтесь на наш канал, здесь будет еще очень много полезного и интересного. Всем огромной удачи! И пока.